В Сочи открылся фестиваль молодежи, и пока он идет, многие регионы России приглашают участников к себе на пару дней. Гостей принимает и Владивосток. К нам приехали студенты со всего мира. Чем они занимаются здесь, расскажет Нелли Булатова. Катюша, разноцветная ромашка и фраза «Мир, дружба, жвачка». 60 лет назад фестиваль молодежи впервые прошел тогда еще в Советском Союзе. Столица социалистического мира принимала молодежь со всей планеты. В 1957 году девушек и парней сплотила мечта и вера в то, что войн и конфликтов больше не будет. Спустя больше полувека молодежь вновь собирается в России, открывает фестиваль «Региональная программа». Во Владивосток приехало почти 200 студентов из 53 стран. Но Аман Мукхаи из Пакистана, город, куда поедет, выбрал сразу. Иностранец удивляется гостеприимности россиян, признается. Думал, что русские угрюмые и никогда не улыбаются. Но в городе у Японского моря мнение о России меняется. Я был во многих городах, а в Владивостоке очень много слышал, то, что рядом Япония, Китай, Корея. Я очень хотел посетить именно этот город. Мне нравятся здешние традиции, еда. Здесь очень красиво. Я влюбился во Владивосток. Приморье принимает будущих ученых. Место подходящее. Кампус ДВФУ – один из самых продвинутых студенческих научных центров в стране. В региональной программе принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. Перед началом форума он ознакомился с работой крупнейшего вуза России и предложил, чтобы на набережную заходили парусники. Тогда студенты смогут тренироваться на Аяксе. Когда будет у вас вообще студенчество здесь? Здесь пространство. Потому что здесь же у нас тоже студенты на парусниках. Они бы как-то общались, как-то приходили. Затем Андрей Тарасенко присоединился к участникам фестиваля, которые собрались на пленарное заседание. Он пожелал делегатам от себя и жителей Приморья плодотворной работы. Вы наше будущее. Кто-то из вас станет будущим врачом, кто-то заслуженным деятелем науки, кто-то корпорацию огромную возглавит, кто-то станет королем. Страны. Но все вы живете на этой планете, на этой земле. Все вы ее видите, какая она здесь прекрасна. Но жить все должны дружно и мирно, должны это показывать вам, как прекрасна эта планета, когда есть дружба и мир. После открытия региональной программы студенты отправились на тематические площадки. Здесь они обсудили актуальные вопросы экологии, политики, здравоохранения и медиа. А вечером гостей ждала шоу-программа. Сегодня девушки и парни отправятся в детский центр «Океан», где проходит научная смена. А затем присоединятся ко всем в Сочи. 8 дней участники форума проведут вместе, потом разлетятся по миру, чтобы строить будущее планеты. Нелли Булатова, Екатерина Таланова. Панорама.